Здравствуйте! Вы смотрите видеообзор от сайта AppsVideoReview.ru. Сегодня хочу представить вам игру Constant C от компании Brain Damage. Как видно из названия компании, не стоит от нее ждать какой-то веселой игры, и так оно и есть. Вам надо управлять этим математичным роботом и помочь провести его через лабиринт. Но это не простая бегалка и прыгалка, а достаточно сложная логическая задача, потому что вам надо провести этого робота через лабиринт. Вот, указывается, вам надо каждому уровню пройти к этой двери, изменяя силу тяжести. Для этого вам надо поворачивать экран и нажимать кнопку «Изменить силу тяжести». После этого вы идете к следующей стене, меняете опять силу тяжести и идете дальше. Это уровень достаточно простой, чтобы показать все возможности этого человечка. Но в дальнейшем уровни становятся сложнее, и надо постараться, чтобы пройти их как следует. Вот мы пришли к двери. Также, кстати, робот может прыгать. Такое впечатление, что он прыгает где-то на Луне. По физике в некоторых следующих уровнях это может пригодиться. Итак, как вы видите, мы прошли уровень и попали на следующий уровень. Уровней здесь не очень много, поэтому нельзя сказать, что эта игра станет вашей любимой игрой на долгое время, но тем не менее. Вот, смотрите, 10 уровней доступно, их всего около 20. Но, тем не менее, попробовать стоит, потому что это достаточно увлекательная игра, нестандартная, очень стильно нарисованная. Если вам нравится такой тип игр, то эта игра для вас. На этом все. Спасибо за внимание. Если вам понравился наш обзор, нажимайте кнопку «Нравится», а также отправьте эту ссылку друзьям или подпишитесь на канал. Всего вам доброго. До свидания.